сегодня я снова отправился на ту же самую микроречку. Оказалось, что в основном здесь водится пескарь, елец, карась и карп. Так вот, сегодня меня в первую очередь будет интересовать карп. Ловить я буду на поплавочную удочку. Посмотрим, что мне удастся здесь изловить. Ну, в принципе, ничего нового. Первая рыбка — пескарь. Ого. Вот такая вот плотва белоярского размера. На две кукурузины взял. Небольшой. Ну вот, время приближается к полудню. А поклевок больше нет. Наверное, буду сматываться. Задачу выполнил. Карпа поймал. Хоть и не крупного. Конечно, опытный и подготовленный поплавочник на моем месте поймал бы гораздо больше. Но я доволен и таким результатом. Вот мой скромный сегодняшний улов. Карпик такой. Сатвичка хорошая. Пескарик один крупный. Сейчас все это отпустим обратно.